Приветствую вас, дорогие подписчики. И сегодня мы посетим нереальный сохран. Мы уже на нем. А вы будете сейчас смотреть его на видео. Ну что, вперед! Пансионатный ресторан, который мы первым посетили в нашем сегодняшнем залазе, построили чуть позже самого дома отдыха, приблизительно в 1975 году. В отличие от самого санатория, многоэтажный ресторан пользовался спросом и получал высокие оценки и не только за свою многофункциональность, но и за вкусную еду. Особо боготворили его ученые, приезжавшие в гостиницу в командировке. Сейчас включим свет, чтобы было видно.
Сейчас. Дабы держать высокий уровень, ресторан выращивал некоторые сорта продуктов прямо на крыше своего здания, чтобы в блюда попадали исключительно свежие овощи. В конце 70-х в здании даже снимали советские фильмы. Сейчас самое стрёмное, надо незаметно пройти в соседний корпус по стеклянной галерее. В последние годы о ресторане ходили довольно плохие отзывы, как и о пансионате. А в январе 2022 года недовольные посетители и вовсе были расстроены резким закрытием пансионата по невыясненным причинам. Такое впечатление, что персонал дружно отметил тут Новый год, а потом на утро 1 января разошелся мирно по домам, навсегда забыв о своей работе.